Леш, как ты думаешь, кто из американских актеров является настоящей иконой 90-х? Ну, Ир, ты и спросила. Это ж ты должна знать, как женщина. Я думаю, не ошибусь, если назову актера, который поначалу был прекрасным гимнастом, затем решил стать трубачом, а в итоге стал просто Ричардом Гиром. Ты права. Любая картина с его участием заранее обречена на большой успех. И таким фильмом в 90-е стал «Первобытный страх». Надеюсь, что наша следующая пара ничего не боится. Татьяна Татьмянина и Максим Ставицкий. Колоссальное удовольствие я испытал, катаясь с Таней. Прекрасный человек, прекрасная фигуристка. По поводу катания вообще даже не хочу комментировать. То есть мягко, широко, красивые линии. То есть, ну, нету никаких даже замечаний конкретных. Нечего сказать на самом деле. Я думаю, что, ну, пусть не обижаются на меня другие все наши девочки, но с Таней мне было приятнее и удобнее кататься из всех. Вот, ручку, ножки вытягивай. Вертикально, да. Вот. И ручки в сторону. Да. Она не держится, я ее держу рукой. В смысле не держится? Она держится, куда она денется? Жаль, Макс, что мы с тобой всего одну неделю катались. Поднимай, поднимай, прогибайся, ноги назад. Вот-вот, прогнись больше, как бы здесь, в животе. Не первый раз мне выходить на сцену в юбке, скажем так. Без мужских брюк. Да. Вообще надо, либо я один такой добавить. Ну, интересно было, если надо тебя одеть, как это все будет выглядеть. Сейчас пойду измажусь пылью, грязью, то есть, ну, увидите, здесь буду грязно. А у меня очень красивое платье, но его пришлось попортить, так как Макс меня... Ну, в образ надо выходить. Стащил. Она меня пленница. Украл. Ну, ничего, такую красоту ничем не испортишь. Ни платьем грязным, ничем, ни партнером. Говори, Максим, грязным. говори, продолжай. Я буду слушать. Я тебе потом еще много чего скажу. Oh,
Мне очень понравился номер. Я отдаю должное смелости Татьяны. Она пошла в две рискованные высокие поддержки, такие свечками прямо. Она настоящая спортсменка. Ну и потом, видимо, чувствует уверенность в своем партнере. Очень много выдумки, очень много элементов, которые ребята для этого номера придумали сами, ну, вместе со своим тренером Александром Жулиным. Мне очень понравилась хореография. Может быть, сложность не так была заметна, тем не менее, очень чистый прокат. Приятно глазу. Татьяна Татьмянина и Максим Ставицкий. Оценки за технику 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 5-9. Средний балл 5,98. Оценки за артистизм 6-0, 6-0, 5-9, 5-9, 5-9. Средний балл 5,94. Общий балл 11,92. Наталья. Мне очень понравился номер. И очень интересные костюмы, замечательная музыка. Все было органично. Я не поняла финала. Я, наверное, должна была смотреть этот фильм, и я его не видела, но я не поняла, почему Максим оказался убитым. Я вам поясню. Они, мне кажется, может быть, немножко недоработали. Они так должны были запутаться, что случайно все-таки Таня убивает Максима, правильно? Этого не было. Видно, я не поняла этого, и это смазало мое впечатление, поэтому это отразилось и на моей оценке за технику и за артистичность. Хотя и поддержка высокая была, очень сложная, Максим, это было здорово. И Таня была очень убедительна в этом образе. Мне понравилось все, но финал мне все смазал. Извините. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Для бестолкового жюри все-таки, да, надо как-то вот конец... Заметьте, это ваши слова. Да, это наши слова тут, мои слова. Но я хочу сказать, что вот надо как-то пояснять. Я была уверена, что она его убила, только спрашиваю, чем? Значит, нужно что-то было расположить, или где этот нож, который выбросили, или что-то у нее в костюме, или какой-то знак, от которого он бы умер. Почему? Я вас очень прошу, у вас еще много дней впереди, много недель. Пожалуйста, не перегружайте так концовку. Антон, ты поставил 6-0, 6-0, значит, тебе все было понятно. Что ж ты не подсказал своим коллегам? Что же случилось? А я знал, что Таня убить не может. Если уж ты до сих пор тут стоишь, так Макса-то тем более она пожалела бы. А я подумал, что Макс от настоящий джигит взял сам себе сердце, вырвал и все. Понял? Я понял. Это и представил. Я понял. Ну, а если говорить по существу, мне очень понравился номер, и мне понравилась Таня в этом номере. Она попробовала себя в таком танцевальном направлении, не парном катании, а в танцевальном. И поддержки вроде бы были не на вытянутых руках, не наверху, но они такие сложные, так здорово сделаны. Я с завистью смотрел на этот номер и на ваши элементы, и на то, как вы себя внутри чувствовали. Ребят, я смотрю, вы бьетесь в кровь на этом проекте, но у всех сейчас один единственный вопрос. Танюш, чем же ты его убила? Не было оружия, потому что никто никого не убивал. Таня меня покорила своей красотой. У меня случился инфаркт. Я спокойно сам умер. Не нужно было никакое оружие. Зачем нужно это оружие? Тане не идет оружие. Она может убить своей красотой. Спасибо. Танюш, что бы ты хотела сказать в ответ нашему многоуважаемому жюри? Ну, просто хотела сказать, что это был один из моих любимых номеров, и жалко, что его не до конца поняли.